Когда у человека есть мечта, многое можно сделать, но когда у этого человека есть еще и команда таких же мечтателей, тогда получится и огромное предприятие построить с нуля, поднять его на уровень солиднейших корпораций мира, создать бренд, который прославляет Беларусь. Таким был Михаил Леонидович Машинский, человек с большой буквы, создатель первого в стране производства по переработке рыбы. Через четверть века Санта-Бремер – это предприятие-гигант, флагман Брестского региона. Уже четверть века мы производим качественные и вкусные продукты питания, которые известны на прилавках более чем в 40 странах мира. Бремер сегодня – это 6 современных цехов, это более 1000 наименований выпускаемой продукции, это свыше 6000 сотрудников. Кроме того, многочисленные социальные, экологические, спортивные инициативы, которые направлены на то, чтобы сделать жизнь окружающих нас людей лучше. В этом, собственно, и миссия нашей компании. Бывая на выставке Экспо-2020 в Дубае, и то нашел продукцию Санта-Бремер. Поэтому на сегодняшний день настолько широкая география, да, реализации продукции, которая производится, что, ну, раньше, наверное, сложно было бы представить. Поэтому значение этого предприятия очень важное для области, потому что это, во-первых, где-то около 10% объема промышленного производства нашего региона. Объем экспорта за весь этот период, он сопоставим с годовым объемом экспорта области. Вот. И, к примеру, налога почти 400 миллионов рублей за это все время уплачено, инвестиции около 600 миллионов рублей. Но самое главное, конечно, это коллектив, который насчитывает более 5000 человек. Это люди, которые очень креативные. Должен сказать, что находят даже в такой отрасли, как пищевая промышленность, элементы инновационности и производят инновационную продукцию. Сегодня компания «Бремер» – это 6 современных цехов, оснащенных самым современным оборудованием. Порядка 1000 наименований продукции, более 6000 сотрудников, которые делают свою работу с душой. И самое главное – это компания с огромной социальной ответственностью, ответственностью за тех людей, которые здесь трудятся, которые создают ее имидж. Была идея, и был не совсем как бы длинный промежуток времени, всего лишь 25 лет. Но первые успехи уже были с первого года, второго, третьего, а 25 лет – это уже мастерство, шлифование. И, конечно, стать гигантом, слово «монополист» – это мало. Это сегодня надо понимать в цифрах, в первую очередь, да, и тех идеях, которые трансформированы сегодня в само производство. И считаю уже как экономист, как руководитель области, общаясь с учредителями предприятия, мы абсолютно по-честному имеем хорошее государственное частное партнерство. Оно подтверждено жизнью даже детей. Я так переведу на некоторые моменты, которых могут все знают или многие не знают. Это дорогого стоит, когда нужно отодвинуть одно, но найти важное. У вас четко выстроена система управления кадрами, когда вы четко понимаете, что вы хотите и куда вы двигаетесь. А вот тот дух и вот этот ролик, который мы сегодня увидели, наверное, подтверждает те моменты, когда у вас единомышленники не то что имеются, да, они как это приумножаются в разы. И я по-хорошему завидую, и, наверное, каждому из нас, и предприятиям города, области хотелось бы пожелать вот этой уверенности в завтрашнем дне, в понимании того, что команда может отвечать на любые вызовы. Стратегия и тактика, инвестиции, инновации, сбыт, снабжение – это важно для любой компании. Но самым главным активом являются люди, работающие с самоотдачей, стремящиеся сделать свое предприятие лучше и успешнее. И на чествование по случаю 25-летия компании «Бремер» все лавры и панегирики человеку труда награждали лучших из лучших, тех, кто стоял у истоков создания предприятия, и совсем молодых, но уже прикипевших к нему душой. «Санта» – это не только гордость Бреста и нашей Белоруссии. «Санта» сегодня лидер в рыбной отрасли союзных государств. И хотя сегодня «Санта» – это уже компания и не столь рыбное, а многопрофильное предприятие, вместе с тем
Я очень горжусь, что наша продукция более чем в 50 странах, и ее заслуженно любят миллионы людей. И вместе с тем мы не только Санту, а, можно сказать, прославляем и продвигаем нашу Беларусь, наша белорусская, и это очень здорово. Сегодня самые современные, самые передовые, уникальные технологии, оборудование, методы решения – это все Санта. Санта – это мир интересного, это голубой океан. Я представляю наш весь коллектив, большой отдел маркетинга. И ну, как это получается? Прежде всего, это интересные, амбициозные цели. Когда их достигаешь, когда есть такой сплоченный коллектив и отличные условия, можно достигать вот эти цели, тогда получаешь радость, тогда получается, самое главное, что должно быть в коллективе, это радость. Радость от задач, от их выполнения, ну и от самой работы. Потому что каждый день приходишь и шаг за шагом, казалось бы, мелкие шаги, но достигаешь больших результатов. Компания «Санта Бремер» для меня это моя вся жизнь. Я уже 25 лет работаю в этой компании. Мы выпускаем не только вкусную продукцию, но еще и безопасную продукцию. И наша продукция поэтому любима в 40 странах мира. О предприятии Бремера, о его производствах, продукции можно говорить долго. Но самое главное, у всей этой большой команды человечность. Они умеют делиться добром с другими. Они вернули надежду многим семьям, многим детям. Они поддерживали и поддерживают много городских проектов. Мы живем в обществе, и нельзя быть отдельно от общества. Это у нас работают люди в компании, 6 тысяч человек. Ну, это 6 тысяч семей, в которых тоже есть люди, у которых есть знакомые, есть близкие, и они должны понимать, что мы делаем жизнь лучше не только выпуская продукцию, но и помогая тем, кто рядом. В юбилее дарят подарки юбиляру, но и в свой праздник подарок учреждениям здравоохранения от компании «Санта» преподнес Александр Машенский сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Я знаю, и уже успел убедиться, что наши проекты и по развитию, и по социальному развитию региона находят поддержку со стороны госполкома и его лично. Поэтому, и поэтому знаю, что эти деньги точно пойдут на, как сказать, на заданные цели. А что не хватит, он же всегда добавит. Это символично, да, вот я буквально сейчас принимаю решение, завтра мы открываем очередной после ремонта, капитального ремонта детский корпус нашей областной больницы. И завтра этот сертификат при торжественном открытии я вручу врачу. Большому кораблю большое плавание. Пусть покорители трех мировых океанов осваивают новые воды, и пусть мечты у них всегда сбываются.